Здорово, Империя! У микрофона Артём, канал Snowworm TV, очередная новая игрушка. И, если честно, насколько я помню, эта игра вообще была MMORPG-шкой. И разработчики решили сделать одиночную игру во вселенной, что ли, типа RPG. В Steam доступна такая альфа-версия игры этой. Можно поиграть за двух персонажей. Фиона и Лан. Давайте девочку возьмем. Посмотрим, что это такое. Если честно, в ММОшку Виндиктус я не играл. Но вроде говорили, что неплохая ММОшка РПГ. Если есть знатоки, то напишите в комментариях, что это, да как это было. Так, вообще написано, что в идеале играть на этом. Комбо есть, видите, всякие. Скиллы. Ну, типа, лучше играть на джойстике здесь. Было написано. Выглядит симпатично. Так, это что у нас? Короче, это у нас спешлки, да? Перекат есть. Так, это типа щит поднять. А есть... Да, сюда. Собака. Но прикольно, да, это доработают, мне кажется, будет неплохая игрулечка. Выглядит прикольно. Тут куда-то можно забежать, что-то посмотреть. Понятное дело, что это альфа какая-то там, очень ранний билд. И мне кажется, тут особо ничего и нету. Пару монстров. Можно? А, вот, можно залочить его. Да, это блок. А, жизнь тратится все равно. Блок блоком, но хпшки снимает. Что это? А, все понял. Это чекпоинт. Да, тут можно типа восстановиться. Эдакий этот костер из Dark Souls. А есть карта? Есть карта. Но она такая коридорная, видите, сделана больше. Так, а есть инвентарь? Инвентаря, походу, нету. Вон еще ходит здоровяк. Со скиллами попроще убивать их. Лучник. Так, а где тот? Тоже умер? Нам, походу, вот сюда. А, подожди, походу два... А, нет, все правильно, сюда. Смотрите, в закрытое пространство я зашел, сразу 80 FPS. На открытом 60. Босс. Очень классно сделанный персонаж. Смотрите, у них даже волосы шевелят. Ой-ой-ой.
Так, а как? О, можно прыгать здесь. На F почему-то прыжок. Банк на R-ку. Блок, вот этот блок меня особо ни от чего не защищает. Можно вот так вот ползать. А четверка, я так понял, это парирование. Но весь маршрут, это вот по такого, ну видите, сверху, справа показано стрелочками подойти. О, добивание есть, нифига себе. Есть добивание, это прикольно. Так, ладно, идем дальше. В конце, видимо, босс будет какой-то. В пещере растет дерево. Прикольно. А, они здесь живут, я так понял. Эти, кто это? Гнолы, наверное, какие-то. Пока их не убьешь. Ну, с них ничего не падает, я так понял, потому что игра типа альфа версия. Просто чисто механику показывает игры. И, ну, как она выглядит. Видимо, больше здесь пока особо ничего не сделали разработчики. На джойстике, наверное, поудобнее было играть. Ну да ладно. Так, подожди, а если я REST нажимаю, мне восстанавливаются эти фласки всякие? И хпшки ресаются, да, я так понял? Сейчас проверим. Да, у меня остановились жизни и... Опять три баночки. Ну, это, я так понял, это чекпоинт. То есть, если мы умрем, мы резнемся здесь. Сейчас босс, походу, будет. Почуял меня, да? Погнали, не влогово. Блин, костюм у него классный. Соус пошел. Ползи, ползи, ползи.
Готов. Отмудохали. Так, типа, все, дальше пошли. Они нам ничего не дали. Неудобно комбинация на 1, 2, 3, 4 сделана. Странно. Ну, вы понимаете, как в мошках, но нажимать некомфортно. У меня аптечки, кстати, не осталось. И тут ни с кого не падают бутылки. Что очень печально, на самом-то деле. А, вот смотри, сундук есть. А, вы видите, work in progress. Типа, он должен быть, но его пока нету. Ага, убил меня. Это же помощнее какой-то челик. Так просто с ним не справиться. А, надеюсь, босс не будет еще раз? Так, ладно, да, тут понятно. Давайте попробуем поиграть... О, что это? О, инвентарь нашел. Эмоции. Карта. О. На. Блин, азиаты молодцы. Блин, ну сиси, жопы. Вот. Спасибо им за это, то, что они... Смотрите, грудь даже трясется. За то, что они не портят персонажей. Красивая, грудастая девочка. Так, а что там еще есть? Ух, нифига себе. О. Ну вот это самое классное. Да? Глаза и красивые у нее. И игра интересная. Так, подождите, давайте выйдем... Возьмем сейчас мужика. Так, new game. Я так понял, карта одна и та же будет, только за разных персонажей. Да. Так, он побыстрее, кстати, дерется, чем она. Ладно, а что у него по костюмам есть? Ну, конечно же, у девки лучше костюмы. У него вот такое себе. Вот это возьмем. Да, им поприятнее играть, ну, в плане файтинга. Визуально, конечно, за девку лучше играть, потому что она секси-чпекси. Этот бьется как-то получше. Так, не будем брать это, прибежите сейчас просто. В принципе, здесь одно и то же. Просто за двух разных персонажей. А, он, подожди, он блок ставить не может.
У него на Ctrl девка приседала с блоком, а он не может, кстати, он не умеет. И он не перекатывается, а вот так вот двигается. Но прыгать он тоже может. Странно. А что? За счет того, что он посильнее, чем она? У них по-любому, ну, как бы, разные механики, да, игры. То, что вещь она блок ставит, потому что у нее щит. А у него щита нет, он у меня мечами бегает. И скиллы, видимо, у него помощнее. Вот тут тоже, видите, есть проход. Но тут тоже сундук. И он, типа, не открывается, типа, in progressing. Ладно, в общем, берите на вооружение данную игрушку, добавляйте ее в этот wish-list, ну или можете там запрос подать на тест, там есть кнопка запросить доступ, и, возможно, просто побегайте, посмотрите, как эта игрушка играется. Мне нравится. Посмотрим, как она, ну, когда она выйдет, что из этого получится. Ну а с вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, приходите на стримы, все ссылки будут в описании. Увидимся всем. Пока-пока.